Между тем, кировчане продолжают жаловаться на многочисленное списание средств с банковских карт после поездок в общественном транспорте. Напомню, такая система оплаты проезда действует в нашем городе уже почти 4 месяца. В одной из социальных сетей кировчанка написала о том, что после проезда в автобусе 14 маршрута с ее карты 7 раз сняли по 22 рубля. У некоторых списали около 1000 в целом, рассказали жители города. Сами представители центральной диспетчерской службы отмечают, что ежедневно новой системой оплаты проезда пользуются около 30 тысяч раз. О возникновении подобных технических сбоев они рекомендуют сообщать специалистам банков, а также в претензионный центр. А также отслеживать списание собственных средств в личном кабинете на сайте e-karta43.ru. Прежде чем использовать данную систему, гражданин необходимо ознакомиться с ее условиями. Важный момент. Система работает не в режиме реального времени, не онлайн. То есть списание за проезд происходит позднее оплаты в транспорте. Даже смс-ки могут, вот эти списания, происходить не в хронологической последовательности. Система, когда начинала работать, таких обращений тоже было немного. В процессе, конечно, они увеличивались, но на данный момент 2-3 обращения в день и все.